Книга «Открытым оком», том 21, тема «Политика», вопрос 3408. У людей всегда была зависть, когда одни богатые, остальные до ужаса бедные. А нельзя было бы как-то по Писанию сделать так, чтобы всем было поровну, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это задумки Шарикова, и воплотить сие никак невозможно было, и того не будет. И не потому, что рабоче-крестьянские выгребалы-экспроприаторы трудились, а потому что если сейчас всем все разделить поровну, то тотчас же большая часть у многих бездарно пропадет, так как нельзя же поделить поровну трудолюбие, ответственность, таланты. Мир этот только и существует за счет неравенства. И кто-то из более богатых может содержать силовые структуры, строить жилища, заниматься перевозками и прочими глобальными производствами. Беда в том, что жадность не знает предела, и умноженное вдвое снова нужно удваивать, и так до смертного часа. А душа у этого трудолюбца только одна, и выкупа за нее он не даст. Есть миллион, нужно иметь миллиард, а миллиарды уже труднее добывать, чем миллион, и тому тоже нет предела. Вот сколько богатых миллиардеров в мире, но есть ли среди них христиане, истинно верующие? Думаю, что это очень трудный вопрос. Кавычки открыты. Всего в 2006 году в мире, согласно Forbes, было 946 миллиардеров. Из них англосаксов 255, то есть 27%. Всего же англосаксов в мире около 125 миллионов человек, то есть менее 2% населения Земли. На втором месте евреи 196 миллиардеров, то есть больше 20%. Евреев же всего около 16 миллионов человек на Земле, то есть 0,25% от жителей Земли. Китайцы – 72 миллиардера, то есть 7,6% от общего числа. Китайцев в мире примерно 1 миллиард 400 миллионов человек, то есть свыше 22,5%. На четвертом месте немцы – 70 миллиардеров на 160 миллионов человек. Пятое и шестое место занимают индусы и арабы по 39 миллиардеров. На седьмом месте русские. Среди 53 российских миллиардеров 13 евреев, по 2 узбека и азербайджанцу, по одному греку, чеченцу, ингушу, украинцу, башкиру, лезгину. Еще один русский есть в США. Всего русских 31 миллиардер, 3,2% от общего числа. Доля русских в мире 149 миллионов человек, 2,2% от общего числа людей на земном шаре. Кавычки закрыты. Еврейское слово в кавычках. Притча 23:4, цитата. «Не забудься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои». Книга Исаии 5:8, цитата. «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Богат ли я в сравнении с собою, вчерашним, послезавтрашним, в конце? Так рассуждаю, будто бы нас двое, один миллиардер и сзади мой прицеп. Что загрузил не к зависти соседа, чем обеспечено потомство не в погибель? И есть ли цель? С утра к потере еду, себя в конце, чтоб смертно не обидеть. В глазах людей я, может, голодьба, и неприятны все мои заплаты, не захотят со мной мой суп хлебать, до тошноты им видеть мои лапти. А я смотрю на их машины, зверства, и про себя смеюсь я над собой. Богатство там, к чему склонилось сердце, за то, за что готов вступить в неравный бой. В обыденном, в житейском мой багаж вполне достаточен не сгинуть с голодухи, и в нищете пожизненный мой стаж, не с голоду моим мозолем пухнуть. Без зависти друзьями окружен, любовью братьев и сестер загружен, не Соломон, но столько рядом жен теснятся за столом, я им сготовил ужин. Миллиардер и олигарх беднее не в сотни, в тысячи большущих крат, когда духовное сравнение применим, здесь за столом сам Иисус мне брат. Могу ли жаловаться, будучи богат?
молитвой благодарности и воздух здесь напичкан, жемчужины такие, чтоб собрать, знакомился с пророками, с апостолами лично. Богат ли я с Матфеем, 25, готов ли ревизировать достаток? На ужин каждый день успеть бы мне собрать всех тех, кто не успел в мошну нахапать. 30 апреля 2007 год, Игнатий Тихонович Лапкин.